В России полным ходом продолжается зачистка коррупционеров и оборотней. Так, на этой неделе был задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев по подозрению в многомиллионных хищениях. По предварительным данным, он похитил свыше 70 миллионов рублей. Стоит отметить, что в последнее время Лежнев занимался доставкой гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. На жалобы мобилизованных, на дешевые фонарики и рвущиеся рюкзаки, Лежнев в ответ ничего другого не придумал, кроме как обозвать военных розовыми жопами. Также Лежнев стал известен после того, как в ноябре 2023 года опубликовал фото и видео с традиционного места разгрузки гуманитарки. А вскоре после его публикации по этим позициям ударили ВСУ. На этой неделе городской суд Старого Оскола приговорил бывшего заместителя главы администрации Зинаиду Анпилову к 8,5 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. Из материалов следствия стало известно, что чиновница брала взятки квартирами. Громкие новости пришли из ДНР, где задержали мэра города Енакиево Романа Хроменкова. Родоначальник подозревается в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки в особо крупном размере. Сейчас продолжаются обыски и выявление других причастных лиц. Очевидно, что курс государства по зачистке оборотней набирает обороты. Редакция «Моменты истины», в свою очередь, продолжает принимать обращения от граждан. Если вы столкнулись с произволом или несправедливостью, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.